Ну что, почти доброе утро, у нас уже обед, я просто ничего не снимал. Сейчас будем спайка купать. Краб. Опять-таки мочу. Оставь, стоп, оставь. Молодец. Валер, Валер. Граб, Валер. Тимми, сюда иди. Тимми, иди сюда. Давай, 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 Валер. Видите, как он по команде оставляет? Молодец. Нам надо искупать спайкушку. Сим, братство. Так, ты сиди, подожди. Комплексное лечение начинается. Так, спать. Симба, ты достал уже меня. Стой. Спайк, иди сюда. Иди сюда. Иди. Мало, за меня запрятал. Только на меня не вскарабкайся. Да. Спайк, иди. Спайк, иди. Комсумир? Иди, иди, малыш. Ай, молодец. Давай, давай, давай. Спайк, давай, давай сам. Спайк, вперед, давай. Давай, давай. Спайк уж, вперед, давай. Спайк, иди, иди, давай, быстренько, иди, иди, хорошо, 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 молодец, вот так, купаться будем, да, мышка? Сейчас будем купаться, сейчас будем, стой, так. Тебе не хватает того, да? Пока выключи. Куда?
Надо, чтобы пару минут, ну, поработал шампунь, да, с грибком. Обычно минут 7 надо оставлять. Хотел сказать, одной рукой неудобно, камеру держу, забыл. Да стой, Спайк, успокойся. Надо основное все убрать, чтобы когда трес головой уже не разлеталось. Стой, стой. Ребят, смотрите, сейчас мы его выжимаем руками. Я тоже уже весь мокрый. Так, берем и выжимаем хорошо. Так, теперь протираем стол. Уши обязательно протираем. Стой. Видите, какая болячка ужасная. Стой. Он сейчас будет это трястись, а нам это... Нет, подожди. Все, молодец. Все, ты счастлив? Ты счастлив, Спайкуш? Ты это выдержал, да, малыш? Красавец. Все, красавец. Ребят, вот такой остается. Там, потому что волос много будет. Так, все, Спайкуш, ты, наверное, сегодня здесь побудь. Подсохни в чистом, а то сейчас все впитает.
Так, тебя обработать же надо. Сейчас все сделаем. Молодец, ты довольный, ты довольный. Да ты мой красавчик. Как он радуется, когда что-то нелюбимое сделает, он такой довольный, типа, есть, я это сделал, я молодец. Я выдержал эту напряженку, эти нервы. Он радуется своей победе. Так, все, умничка, умничка. Так, мне убирать ванную. Я только купался, заново буду купаться. Знаете, почему не уходила? Спайк нажал на кнопку и закрыл просто. Не волос много было, а, видите, пошла бы. Аж полилась. Ребят, на удивление, волос очень мало. Да, Спай? Опять чешемся? Да. Спай, Спай, ну стой, Спай, стой. Молодец. И ладно, я попил, заказал, но сегодня поехали забрать. Красавчик ты мой. Так, все, ребят, я тоже купаться снова. Красавчик, разлёгся, рассел. Что? Стой. Ты чёрный стал, пусть купай. Как бы ерунда. Может, все интересно, он пахнет. Не похож на себя, смотрите, он не узнает. Мусор. Он не узнает его, представляете? Вот. Как к новому, смотрите, и спать напрекся. Мусор как к новому кобелю относится сейчас к ним. Видите, принюхивается, запах другой. Ну, хвостом виля. Молодцы, молодцы. Так, давайте обработаем. Привет, привет. Стой. Стой. Иди сюда. Стой. Спайки, стой. Аж дымится. С камерами не идет. Все. Все, Спай. Все, кайф. Все, отдыхай. Видите, от меня обмазал просто. Зелененький наш мальчик. Все. Пусть отдыхает. А попил остался. Поехали. Забрать его, привезти должен сегодня после обеда. И все. Лечимся вовсю, да, малыш? Красавчик. Все, умничка моя, умничка. Умничка. Все. Так, пошел я. Так, пошел я, ребят, в город. Приехал аккумулятор мой. Поехал я тратить деньги. Как только я в город выхожу, я уже боюсь. У меня на карте исчезают деньги. Блин. Так, ну надо ехать. Завод, молодец. Киара, багет. Вы мои сладкие, вы мои умнички. А, Спайк, ты чистый, можешь тереться. Только я зеленый буду. Молодец. Сейчас опоквел возьмем. Все возьмем сейчас в городе. Эй, красавчики. Все, аккумулятор новенький. Ребят, вот у Артема есть собака, девочка. Корса зовут. Сколько ей возраст? Какой? Года 2,5-3. Ну, в общем, молодая девочка. Никогда не дралась, но для души, да, человек завел питбуль.
гулял у себя на районе. Ну расскажи только быстренько, в двух словах. Вышел прогуляться в магазин. В магазин иду. Ну, ребята стоят, отдыхают толпой. Ну, как обычно это бывает. Иду на поводке, веду ее, они кричат, там, о, остановись, типа, убери собаку. Я говорю, а что такое, куда я ее уберу, типа, в карман засуну или куда? Ну, как бы, это собака, я гулять вышел на поводке. Они, типа, вот, у нас там бегает, сейчас накинется. В итоге подхожу к магазину. Он вообще без задней, накидывается, начинает, хотя кобель, питбуль, крупный, большой кобелек, начинает, ну, вот мою собачку прям вот давить, душить. Там раз оттащили один раз, потом там споткнулись, упали, второй раз накинулся. В общем, разняли как-то, его посадили на цепь. В итоге еще я виноватый остался, что я гуляю с собакой. Ну вот как-то вот так вот получилась неприятная ситуация. Ну как бы поговорили, вроде как бы решили, все нормально. Решили, что ты гулять не будешь, когда он будет, да, гулять? Короче, да, там условия, типа, если они гуляют, то никто не должен гулять, потому что у них питбуль, ну... Все, что движется, все крушит. Там девочка, мальчик, без разницы. Человек потом за свой счет неделю лечил, антибиотики стал. Говорит, гноились, прям раны гнойные были. Вот так вот. Вот просто так быть вот. Внимательней. Не, просто нельзя питбулем каждым... нельзя каждому заводить питбуля. Это ответственность, это все серьезно вообще. Вот так вот, девушка, я как бы занят очень. Можно я поеду? Ребят, это коврики фоткать, чтобы заказать. Так, это реклама, не перематывай на моем канале, я питомник строю. Короче, подсадил девчонок тоже на канал. У нее просто тоже питбули, у нее есть вопрос по питбулям. Поэтому пусть учатся, пусть смотрят. На моих ошибках пусть учатся. Так, все, спасибо, девчонки. Вас заранее с 8 марта. Спасибо большое. Да, что... Ребят, ну скажите, уже такой на ствол похоже, уже прикольно, да? Я пришел, а вы меня ждали, наверное. Конечно. Ребят, они как раз товар разбирают. Сейчас я поклёв, наверное, пришел. Спайк вам передал шоколадку, я забыл ее. Начинается. Как так-то? Ну, по-любому я исправлю. Спайк передал шоколадку. Да блин, вот так вот, а там Кими подхватила. Короче, я как-то пошутил, и мне сейчас говорят, а ты действительно работаешь уполномоченным? Кем я там говорю? Да мы откуда знаем? Ну, уполномоченным. Кто тебя уполномочен? Короче, они верят мне всему. Да, конечно. Я уже помощник президента. Мы склонны президента. Доверять людям. Я помощник президента. Так, ВВ. Следующий ВВ. Следующий вопрос. Сказали, что у меня отличный план. Все глиста гоним. Всех. Дворняжкам делаем обработку от паразитов, а то там на них клещи. Ой, эти. Что сосут? Клещи? Клещи. Клещи сосут, да. Да. Ну все, через 10 дней всех вакцинируем. Спасибо. Пока. А, стоп. Я на шоколадку обещал.